Всем привет! Короче, тут немножко по освещению решил подделать, подработать, скажем так, на кухне, да, в зале поменять освещение, ну и так по мелочи, еще поработаем. В общем, взял такие вот светильники, светодиодные, парочку, решил на кухне вместо этой лампочки разнести один там будет светильник, получается, здесь распредкоробка будет стоять, один здесь будет светильник, чтобы полностью освещало. Эти лампы по заявке, по крайней мере, якобы 40 ватт. Посмотрим, как они отработают свое. Все, готово. Вот такие вот два осветительных прибора. Что-то я, по-моему, опять перестарался с освещением, короче. Там, считайте, горит. И сейчас еще запущу это. Офигеть просто. Реально, вот 40 есть здесь. Просто света нереально. Ну и здесь, соответственно, еще дополнительное это освещение. Так, надо теперь бардак этот поубирать. Света теперь навалом у меня будет. Так, ну что, еще одно дело осталось. Вот эту люстру тоже решил в зале поменять. Вот такое вот поставить, короче говоря. Сейчас установлю, посмотрим, что получится. Освещение, ну, мне не нравится, короче говоря. Короче, поставил этот светильник. Честно сказать, что-то как-то не очень мне нравится. Что-то реально слабо вообще светит. Как-то нет заявленных. По-любому нет заявленных. Ну да, поярче, конечно, чем было. Но все равно фигня полная. Вот оно. Типа 55 ватт. Мало верится мне, если честно. Реально мало верится мне. Нафиг надо будет менять. Так, вот здесь тоже порядок немножко навести. Только смонтировал. Перфоратор еще ничего не поубирал. Короче, стоял, думал, что бы сегодня такого интересненького сделать. Я решил, короче, просто пюрешку сварить. И на углях кое-чего пожарить. Ни шпикачки, ни мяса. Ну его нафиг надоело это уже все. Решил вспомнить, как с отцом еще в школе, когда был. На рыбалку, короче, ездили по зиме еще. И на костре жарили сальцо. Воспоминания, конечно, шикарные. Вот и решил тоже так же сделать. Вот такая вот красота будет у нас. Это местного производства колбаски. И вот такое сальцо с прослойками. Ну и под пюрешечку. Вообще отлично пойдет. Лимузина свой так и не помыл сегодня. На одной автомойке на спецов, короче, не было. То ли выходные, то ли что, не знаю. А на второй, на большой, где торговый, строительный точнее, там получается, короче, грузовые постоянно, говорит, приедет после обеда, и в итоге в 3 приезжал, в 2 приезжал, блин, нафиг. Занят, пускай потом еще помою. Короче, прикупил я еще себе такой аппаратик, что в санузле все равно там буду этот металлопластиковую трубу убирать и полипропилен везде буду ложить. И много чего, короче, понапривозил, ё-моё. Все вообще битком забито, ё-моё, с ума сойти можно. Надо как-то разбираться с этим всем, куда-то складывать. Второй комплект ковриков, штатив, незаменимая вещь. Короче, дел так-то много еще, конечно, что надо поделать. Ну, отдыхать тоже надо. Потому что и на работе, считай, месяц. Ну, вот раз, ладно, не месяц, на 2,5 недели у меня было после отпуска. Я поменьше поработал. Но все равно отдых нужен. А то человек очень быстро может выгореть от этого, от работы. Вот так вот как-то. Так еще по мелочи, по двору тоже еще поделал. Там замок, не помню, говорил, не говорил, по-моему, говорил в прошлом видео.
Замок то, что переделал на калитке на входе, получается. Там с УАЗиком, пока выгнал, не выгнал, там туда-сюда все переделал. С Мазды сегодня в МФЦ скатался, все, забрал документы на участок, все это. К газовикам съездил, к электрикам съездил. Такое там еще останется, надо будет некоторые пакеты документов собрать и еще раз к газовикам съездить. В принципе, нормалек. Ну так туда. Сейчас вот потемнело на улице. Реально освещение дофига стало. Прям как я люблю. Вообще отлично. Матрас еще спальня поменял тоже сезона. Заказывал старый нафиг. На мусорку сразу, блин. На одних пружинах спишь. Сейчас еще на машине все-таки посмотрим. Лампочки я тогда снимал, что менял на ближний свет. Это МТФки. Сейчас посмотрим, как они светят. Посмотрим, как они ведут себя. Туманки нафиг. О, да. Вот это верю. Вот это нормально вообще лампы. Все совершенно другое дело. Короче, МТФ, да. Короче, да, МТФ-ки я советую. Они стоят своих денег. Кстати, взял еще сюда тоже веранду. Коридорчик точно такую же лампу, как и на кухне сейчас стоят. Вместо этой лампочки. И уберу, короче, и санов. И поставлю здесь отдельный просто выключатель. Одиночку. Либо все-таки заморочусь и сниму верхнюю часть. Посмотрю, как там проводка идет. Чтобы здесь сделать именно двойной выключатель. Ну, чтобы не городить лишний здесь. Здесь выключатели, там выключатели, нафиг. Здесь один двойной поставил, чтобы здесь на веранде включать. А, второй выключатель, получается, что прожектор на улице включал. Выключал, соответственно, прожектора. Так вот. Наверное, лучше все-таки так. Заморочусь, сниму эту USB-шечку. Верхнюю часть. Чисто вот эту сторону. И посмотрю, как тут провода идут. Такая вот вкусняшка. Обалдеть может просто. Кстати, а кто как пюрешку интересно делает? Я, допустим, обычно немножко толку. Кастрюлька маленькая просто сама по себе. И потом миксером еще добиваешь, чтобы прям пюрешка-пюрешка была. Маловато. Что-то, короче, в принципе, все, и снимать даже сегодня нечего, если честно. Какой-то вроде, о чем меня, о чем ролик, короче, вышел у меня, выйдет. Так, ты ж, ладно, что, как всегда, пошел окушать, в общем. Как обычно, всем добра, всем всего хорошего, максимум позитива. Всем пока.